Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать свою историю. Почему я решила выровнять свои зубы и почему я только сейчас на это решилась. Моя улыбка далека от идеальной. Из-за того, что у меня маленькая челюсть, у меня в верхнем ряде один зуб ушел назад. Вот как видите. Я постоянно комплексовала по этому поводу, старалась не улыбаться, при общении с людьми прятала свою улыбку. А также из-за неровности мне очень тяжело проводить гигиену полости рта. И как полагает мой стоматолог, это является причиной разрушения зубов. У меня уже практически каждый зуб залечен, на двух зубах у меня имеются коронки, но на ношение металлических брекетов я никак не могла решиться из эстетического аспекта. Кроме того, ортодонты уверяли, что мне необходимо удалять один зуб в верхнем ряде для того, чтобы освободить место тому, который ушел назад. Что мне совсем не хотелось удалять здоровый зуб. И вот когда я услышала о системе невидимого выравнивания зубов с помощью системы Invisalign, я не могла поверить этому чуду. Я сразу же записалась на консультацию к врачу, где мне подтвердили, что мой случай подходит под лечение Invisalign. Расскажу поподробнее, что же такое Invisalign и преимущества данной системы. Invisalign – это система выравнивания зубов при помощи невидимых элайнеров, которые изготавливаются индивидуально под каждого пациента. Данный элайнер необходимо носить постоянно, снимайте вы только их на время приема пищи. Врачи рекомендуют носить их не менее 22 часов в сутки, так как данные элайнеры съемные, вы можете спокойно проводить гигиену полости рта в привычном для вас состоянии. И вам не нужны никакие приспособления, чтобы почистить зубы. Вы проводите гигиену полости рта так же, как и обычно, с помощью зубной пасты, зубной щетки и зубной нити. Также преимуществами является то, что вам не нужно часто посещать доктора. Необходимо всего лишь один раз в месяц посещать ортодонта для контроля. Еще одной причиной, почему я не хотела носить брекеты, является вероятность развития кариеса после лечения из-за того, что тяжело проводить гигиену полости рта. С невидимыми элайнерами Invisalign этого нет. Более того, они предотвращают развитие кариеса за счет того, что вы тщательно проводите гигиену полости рта. А также капы являются своеобразным защитным футляром для ваших зубов. По срокам металлические брекеты мне необходимо было носить 2,5-3 года. Элайнер Invisalign прогнозирует голливудскую улыбку мне за 18 месяцев. Как видите, разница большая. А также мне не требуется удаление зуба, что меня ужасно обрадовало. Ну и, конечно же, плюсом является то, что капы Invisalign, они невидимы, они эстетичны и они абсолютно комфортны при ношении. Что касается минусов, это, наверное, цена. Стоимость элайнеров немного выше, нежели традиционных брекетов. Но я себя успокоила тем, что сэкономлю деньги на визитах к стоматологу после окончания лечения, так как вероятность развития кариеса намного ниже. А также многие клиники сейчас предлагают оплачивать систему Invisalign в рассрочку, без процентов, что очень удобно. Если интересно будет наблюдать за моим прогрессом, читайте мой блог igotbraces.com. Если у вас будут возникать какие-либо вопросы, вы можете всегда написать мне, отвечу с радостью. Всем пока!